шляпа, и я в ней. Сейчас вот по работе тут хожу, хотел показать, какие у нас деревья цветут хорошие сейчас весной. У нас же весна. Вот это военный госпиталь, госпиталь Милитар называется. А вот смотрите, какие у нас деревья есть. Как один большой цветок. Так что сейчас буду идти на работу, если что интересное увижу, покажу. Видите, люди прямо останавливаются все, смотрят, потому что не каждый раз такое дерево большущее увидишь. Любят пофотографировать, и все, блядь. Не знаю, как оно называется, так что. Но факту. А там дальше эти, которые такие синенькие, это уже привычно у нас. А такое я и сам не встречал. Вы смотрите, видите, как люди фотографируют? Прикольное дерево. Это вот Бельграно. Довольно зеленый район. Это, так сказать, внутри. Народу мало. Зелени много. Тишина. Классно. По таким люблю ходить. Потому что по проспектам очень шумно. Вот у нас еще, видите, как камни пооставались. В некоторых местах правительство старается повыдергивать эти камни, положить асфальт. Ну правильно, если с таких камней себе дать и потом в горах построить, поотмывать их, на 1000 лет раскрутить. А в некоторых просто закатывать поверху. Раньше все брусчатки такие были каменные. Видите? Это как с рельсами, когда-то в Буэнос-Айресе были трамваи. Вот, сейчас их нету. А рельсы пооставались во многих местах. Так вот, как-то японцы были разговоры, предложили эти рельсы повыдергивать. Как говорят, ну, не за бесплатно, а они выдернут эти рельсы, а взамен положат хорошие дороги, покрытие сделать на этих улицах, где они рельсы повыдергивали. И что-то они там не договорились. То ли кто-то кому-то не додал, то ли еще что-то. Хотя, в принципе, было выгодное предложение. А наши теперь... Вот взяли эти рельсы, просто под асфальт закатали, да и все. Ни себе, ни людям. Вот такие обычные кафешки районные. Ну как районные, я имею в виду, что просто не центральные, а такие вот посредине этого самого обычного жилого райончика. И вот хотел рассказать про такую наподобие, как вот эта красная, видите? Вот у нее кирпичи торчат. И это не значит, что у них не хватило денег, там не докрасили, это специально. Вот поздирали штукатурку, почищали кирпичи, это называется у нас рустико. Рустико это типа под старину. То есть сначала можно подумать, что это как бы это самое. Не хватило у них чего-то, нет. Вот обдирают вот так, чтобы кирпич торчал, почистят. Бывает еще повесят что-нибудь там, что-нибудь старенькое, колесо какое-нибудь там. Одну кафешку знал у наших друзей, так у них там шкуры змей висели, которых они там, муж ее ловит, умеет их выделывать. Вот у них тоже было такое рустико, довольно забавно. Такое, лавки такие, или стульчики какие-нибудь деревянные. То есть, кто украшает всем новым, а кто наоборот делает все под старину. Так и здесь. Одно кафе может быть очень такое под новое, модерное, а другое такое все как бы под старину сделанное. Сегодня в Буэнос-Айресе. Вот на аргентинский флаг. Надеюсь, не переедут, еще успеют. Поставим на дверь. У нас, кстати, липа зацвела. Запах офигенный. Вон напротив уже распустилась, видите, вот эти
Ну ты хоть пчел заводи. А я, кстати, такой, я могу завести пчел, блин, на балконе. Коптильню уже сделал. Я, кстати, когда студентом был, жил в КПИ. Тоже там где-то на 6-м этаже. И пчел держал на балконе, два улья. Они в парк вылетали в КПИ в Киеве. Там мед собирали. С комендантшей общежития договорился. Ей давал тоже мед. И все. Так что нет проблем. Один раз вывез ее пчел на крышу. А потом там лифт должны были ремонтировать. Так и не смогли лифт отремонтировать, шахту, потому что пчелы не давали. Пришлось забрать на балкон. Так что это вот так. Можно попробовать их в бойности завести.